У жодній цивілізованій країні світу немає такої пільги. Це рудимент радянської системи, яка робила партійних босів окремою кастою із окремим забезпеченням. Так підтримувалась міцність чиновницьких лав. Але сьогодні ця пільга – це просто дикість. І ми запитали в українців, де все ж таки повинні лікуватися народні обранці. Ось найпоширеніші відповіді, до яких варто прислухатися тим, хто на словах піклується про народ. Народный депутат должен лечиться наравне со всем народом, на равных условиях. Так как народ, так и он. Никаких проявлений, чтобы у него не было. Ну, в больницу, в то, что мы обыкновенно. Как ему в поликлинику, в больницу, а куда ему идти? Такой же человек, как и мы. Чем он отличается? Ничем. А вообще лучше было бы, по-моему, если бы он пришел туда, где он работает, на ту территорию, чтобы его обслужили так, как нас обслуживают. Наши депутаты Верховного Совета вряд ли лечатся в украинских больницах, поэтому мы бы им настоятельно рекомендовали, чтобы они хотя бы иногда для профилактики их посещали. Ну, потому что он же такой же, как и все остальные. В чем заключается его преимущество? Потому что он депутат, это его обязанность. В такую народную, где мы лечимся. И хай похлебку тупо ест. Потому что в нашей стране все равны. Никто не должен пользоваться какими-то благами. Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.